Всем привет! Мы в Америке, озеро Теарати, локация Тихое местечко, турнир КВ Кэтфиш плоскоголовый. Ловим три поплавка, но кусочки мяса, живец, куриная печень. Насчет озера Теарати, это находится в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Штат Нью-Йорк, скорее всего, искусственное озеро. Но рыбы, как и везде, там много. Вот, допустим, такой бас. Басы в основном в Северной Америке крупный опыт. Разные виды басов бывают. В данном случае вот такой поймали. Видим, что на кусочке мяса без прикормки. Кусочки мяса хорошо клюет. Смотрим, что такое крупное на этот раз попало. Здесь хорошо вот на камень потянул поплывок, и он останавливается, то есть легче вытягивать. Вот такая щелкающая черепаха. Вообще черепах много видов разных. 8 часов соответственно ужинает. Много разных видов. Щелкают они в основном челюстями, поэтому щелкающая черепаха называется. Он похож на кайманов. Довольно крупная черепаха, вот еще одна такая. Еще одна поклевка. Уже на живца. И вытаскиваем трофейчика веслоноса. Веслонос — это осетровая рыбина, вот в аквариуме плавает. Наблюдаем сейчас веслонос. Такой отросток у них костяной. И маленькие глазки. Довольно-таки забавный вид. Продолжаем ловить. Наша задача — вытащить кэтфиша плоскоголового больше, чем бота. Краки. Это из солнечниковых или окуневообразных. Тоже североамериканская рыбка. Разные бывают. Белые, там еще другого. Или вот пучеглаз, допустим, под вид судака нашего, тоже с окунеобразных. Сделаем вид, что здесь порыбачить неинтересно. И вот наш кэтфиш плоскоголовый. Кэтфиш — это тот же самый сом. Тоже видов очень много разных кэтфишей и самов в Америке. Нас интересует сейчас вот плоскоголовый сом или кэтфиш плоскоголовый. Крупненько уже вытащили. Продолжаем ловить. Это уже на куриную печень. Щелкающая черепаха. На все берет. То есть хищник. Надо будет иметь в виду, если турнир такой попадется, можно сюда приходить на щелкающую черепаху. И вот трофейный кэтфиш плоскоголовый. Второй трофей за турнир. Довольно-таки удачно. И именно на ту рыбу, на которую объявлен турнир. То есть кэтфиш плоскоголовый. Можно заканчивать, уходить на то место, где нету этих кэтфишей. Мы остаемся, посмотрим, что дальше будет.
Продолжается поклевка. Сейчас на печенку. Еще одна черепашка. Приличная. Я вот только не знаю, щелкает черепа. Но они щелкают там челюстями, допустим. Это скорее похоже на каймонова. Вот мускинонг. Это щука. Считается самая крупная из щукообразных. Но опять же, а куда деться, допустим, глубинную щуку? Ну не знаю, считают, что этот мускинонги крупнейший щук. Перекаймановую, допустим, за щуку. Ну считается, значит считается. Может, к тех щуку может не относится. Да, много здесь черепах. Можно будет приходить ловить. Или вот такой вот случай. Как бывает на некоторых базах частенько. Такая возникает ошибочка, бах. Обрыв резкий и все. Так и не вытянули. Достаточно бывает нажать на продолжить, но мы, видите, не успели. Не успели. И снимается эта таблица и продолжаем рыбачить. В данном случае не получилось. Это ошибка в игре. Это надо создателям обращаться. Чтобы устраняли такие ошибки по возможности. Ну, конечно, мешает на некоторых базах. Особенно у меня на море тащишь калугу, видно, что трофейная там, видно получки, прямо возле самого берега, бах, ошибка, лес рвет и все. Хоть и игра, но как-то неприятно. Вот еще один мускинон. Заканчивается турнир, а у нас поклевка. Оставляем, пока ее достаем, спиннинг. Принимаем эликсирчику, все как обычно, по полной. Ждем окончания турнира. А та удочка пусть подождет. И вот табличка, вот результат, очки опыта, то, что мы заработали, то, что попалось в ботом. Два трофея, хороший турнир выиграли. И вытаскиваем спиннинг, убрали, вытаскиваем, что у нас попалось там. На поплывок. Ну, крапи еще. На этом будем заканчивать. Уходим на базу. Смотрим, что мы наловили в этот раз. Вот вся наша рыбка. Вот они. Два трофея. Будем считать удачный турнир, удачный рыбалка. И выиграли, и трофейчики попались. Или вот турнирки смотрим здесь более подробно. Во сколько, какая глубина, на что и трофеи наши. Ну все, на этом будем заканчивать. Всем удачной рыбалки.
А мы убираем яд с организма. И до свидания.